9 жителей города вошли в сборную Крымского федерального округа по дзюдо по итогам первенства, которое прошло на минувших выходных. Севастополь на соревнованиях представлял 21 дзюдоист. От каждой весовой категории судьи отобрали двух лучших бойцов. Четверо финалистов входят в состав российской сборной. В 2014 году в сборной России, также призерами России были Тыщенко Антон, мастер спорта, Ефанов Иван, мастер спорта международного класса. И в 2015 году серебряным призером чемпионата России по до свыше 100 килограмм стал Брачев Антон. В сборную Крымского федерального округа попали Алан Цехилов в весе 66 килограммов, Иван Ефанов и Кирилл Медведев в весе 73 килограмма, Евгений Слепченко и Никита Тыщенко в весе 81 килограммов. Осенью их ждет поездка в Хабаровск, где они будут представлять полуостров на чемпионате России. Из тяжеловесов на чемпионат страны поедут Давид Мамулян, Александр Шалимов, Антон Брачев и Николай Соломах.